за меня невеста, отрыдает честно за меня ребята, отдадут долги за меня другие, отпоют все песни, и какие песни мне. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Сегодня мы представляем онлайн-концерт Владимира Высоцкого, поэта, композитора, актера, чьи песни сопровождают нас всю жизнь. Владимир Высоцкий метеоритом ворвался в наши судьбы. Он не мог жить в полсилы. Он жил на полную, что называется, на разрыв аорты. Не зря о нем говорил Евгений Евтушенко, поющий нерв нашей эпохи. Сегодня, 25 января, в день рождения поэта, лучшие вокалисты из городов Трехгорный, Уфа, Челябинск, Златоуст, Миасс, Куса поют его песни. И не случайно наш концерт носит название «За меня другие допоют все песни». И сегодня Владимир Высоцкий с нами свой, живой, современный. За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни, и, быть может, выпьют за меня враги. Не имею больше интереса к жизни. Плачь, моя гитара, без струны. И нельзя мне выше, и нельзя мне ниже, и нельзя мне солнце, и нельзя луны. Нельзя мне выше, и нельзя мне ниже, и нельзя мне солнце, и нельзя луны. Мне нельзя на волю, не имею права, можно лишь от двери до стены. Мне нельзя налево, мне нельзя направо, можно только небо кусок, можно только сны. Мне нельзя налево, мне нельзя направо, можно только небо кусок, можно только сны. Сны про то, как выйдут, как замок закроют, и мою гитару отдадут. Меня там встретит, как меня там примут, и какие песни для меня споют. Кто меня там встретит, как меня там примут, и какие песни для меня споют. За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги,
за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. Большое место в творчестве Владимира Семеновича Высоцкого занимают песни о войне. Те, кто слышали эти песни, были уверены в том, что автор сам прошел дорогами войны. Он был и моряком, и танкистом, и летчиком. Настолько проникновенны были тексты этих песен. Действительно, Владимир Высоцкий не был на войне, и, как он сам говорил, у него совесть болит за то, что не принимал в этом участия. И своими песнями он довоевывает. В нашем концерте прозвучат песни военных лет из творчества Владимира Семеновича Высоцкого. Это дань поэта воевавшему и победившему народу. Так случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна, это слезы несжатых полей. И холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, и выплачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы высоких живем в теремах, входа нет никому в эти здания. Одиночество и ожидание вместо вас поселились в домах. Потеряла и прелесть, и свежесть белизна ненадетых рубах. Да и старые песни приелись и навязли в зубах. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, и выплачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Все единою болью болит и звучит с каждым днем непрестанней. Вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и конных, утомленных, нецелых, любых. Только б не пустота похоронных, не предчувствие их. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, и выплачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Перевал, где скалы ветрам не помеха, помеха, где склоны такие, на которых никто не бывал, никто не проник. Жило-поживало веселое горное-горное эхо, оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло, издавленный крик еле слышно в обрыв упадет. В обрыв упадет, крик это о помощи, эхо подхватит, подхватит, проворно усилит и бережно в руки свои внесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, зелья, чтоб не был услышан никем дикий топот и храп,
пришли умертвить, обеззвучить живое, живое ущелье. И эхо схватили, и в рот ему сунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха. И эхо пытали, но стона никто не слыхал, никто не слыхал. К утру расстреляли притихшее горное, горное эхо. И брызнули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули камни, как слезы из раненых скал. Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким криком «Пли!» И залп мне выбило пропуск в ту сторону земли. Но слышу: «Жив, зараза! Тащите в медсанбат! Расстреливать два раза уставы не велят!» А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный, весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать тому, кому, тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я так даже рад. Я тоже рад был, но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял. Владимир Высоцкий снялся в 25 фильмах, и многие из них мы до сих пор пересматриваем с большим удовольствием. Почти во всех кинокартинах звучат его песни, а всего же было написано 130 песен для кино. Нужно отметить, что многие режиссеры не приглашали Владимира Высоцкого сниматься, но просили для своих фильмов написать тексты и исполнить песни, от чего фильм только выигрывал. Сегодня прозвучат песни, которые мы впервые услышали в кинокартинах. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз,
шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, идут, про таких не поют. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, идут, про таких не поют. Он не скулил, не ныл, пусть он хмур был, зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Как засмотрится мне нынче, как задышится воздух, крут перед грозой, крут до вязок. Что споется мне сегодня, что услышится? Птицы вещи поют до всей сказок. Птица сирен мне радостно скалится, веселит, зазывает из гнезд. А напротив тоскует, печалится, травит душу чудной алканоз. Словно семь заветных струн зазвенели в свой черед. Эта птица гамаюн надежду подает. В синем небе колокольнями проколота медный колокол, медный колокол. Возрадовался, то ли осерчал. Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Я стою перед вечною загадкою, пред великою досказочной страною, перед солоно да горько кисло-сладкою, голубою родниковою ржаною. Грязью чавкая,
жирной доржавою. Вязнут лошади по стременам, но влекут меня сонной державою, что раскисла, опухла от сна. Словно семь заветных лун на пути моем встает, то мне птица гамою надежду подает, душу сбитую утратами да тратами, душу стертую перекатами. Если до крови лоскут не истончал, золотаю золотыми я заплатами, чтобы чаще Господь замечал. Уже не замолкла та навсегда ты, как забрали милого в рекруты, как ушел твой суженый во солдаты. Я слезами горькими горницу и на годы долгие дверь закрою, наклонюсь над озером Ивою, высмотрю, как в зеркале, что с тобою. Травушка, муравушка, сочная, мятная, без тебя ломается, ветры дуют, а судьба солдатская, ратная, ратная, что как пули грудь твою не миную. Хоровод завертится грустно в нем. Пусть мое гадание сбудется, сбудется, пусть вернется суженый вешним днем. Пой, как прежде, весело, идучи к дому ты, тихим словом ласковым утешай, а житье невесте на омуты, омуты дожидает Марьюшка, поспешай. Thank you.
обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторг, пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее вытугую, не слушайте плеть. Но что-то кони мне попали, привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успел. Я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще. Постою на краю, сгину я, меня пушинкой ураган сметет в ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее вытугую, не слушайте плеть. Да что-то кони мне попались, привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успел. Я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Гости к Богу, там не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб они несли так быстро сани? Хотя бы допеть. Я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще. Вдоль обрыва, а над пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало,
терплю, туман глотаю, чую скипельным восток, пропадаю, пропадаю. Много еще постою на краю, постою на краю, постою на Жаркой Африке, центральные части, как-то вдруг не графика, случилось несчастье. Словом сказал, не разобрал, видно быть потопу. В общем так, один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Зятью антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять бежит, видали остолопа. И ушли к бизонам жить, жирафам антилопа. И поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Кричал жираф любовно: нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада. И поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Желтой жаркой Африке не видать сидели, льют жираф жирафикой слезы крокодили. Только горю не помочь, нет теперь закона. У жирафов вышла дочь замуж за бизона. У жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. В творчестве Владимира Высоцкого было очень много нежных, проникновенных песен. Одна из них так и называется – «Лирическая». В этой песне Владимир Высоцкий рассказывает о безграничной любви к своей жене, французской кинозвезде Марине Влади. Здесь слабы у елей дрожат на ветру. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы,
поутру пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне? Осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Владимиром Высоцким написано более 600 произведений. Это стихи, песни, посвящения, наброски к сценариям, эпиграммы. Из-за плотного рабочего графика в кино и театре Владимир Высоцкий писал везде, где было только возможно. Дома, в машине по дороге на работу, в часы уединения и, конечно же, в аэропортах, ожидая самолеты. Одна из этих песен так и называется «Москва, Одесса». Который раз лечу, Москва, Одесса, опять не выпускают самолет. И вот прошла вся синяя стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. От Мурманска и туч не облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, что мне не лететь до Ленинграда? Тбилиси, там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане летают, а мне в Одессу надо позарез. А надо мне туда, куда три дня не принимают, и потому откладывают рейс. Летим мы, распогодится, теперь запрет не с ним. Напрягся лайнер, слышу из турбин. Сижу как на иголках, ну а вдруг опять не примут. У них найдется множество причин. Я прав, хоть плачусь месяц, но опять задержка рейса. И нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как тупка стюардесса, мисс Одесса, надежно, как весь гражданский флот. Опять дают задержку до восьми, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, я лечу туда и принимаю. Мне это надоело, черт возьми, я лечу туда и принимаю. Большое место в поэзии Высоцкого занимает тема судьбы. Судьбы их отдельной личности до судьбы целого поколения. Удивительно проникновенная женская песня «Беда» – это горестная исповедь души с неизбежным одиночеством на вечный срок. Mm-hmm.
свою беду по весеннему по льду. Подломился лед, душа оборвалась камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, да за острые края задержалась, да за острые края задержалась. Толками то, что я не умерла, знала голая ветла, да еще перебила с перепелками, да еще перебила с перепелками. Только кто ж сказал ему, господину моему, только выдали меня, проболтались я. И от страсти сам не свой, он отправился за мной, а беда с молвой за ним. А беда с молвой за ним увязалась. Догнал, обнял, на руки поднял, а за ним в седле беда ухмылялась. Ведь остаться он не мог, был всего один денек, а беда на вечный срок задержал. Беда на вечный срок задержалась. А вот относительно одной песни Высоцкого существует всеобщее заблуждение. Все считают, будто песня «Она была в Париже» написана Марине Влади. Но это же совсем не так. Эта песня написана 3 годами раньше, чем они познакомились. И посвящена эта песня Ларисе Лужиной. Действительно, есть такая строчка «Она была в Париже». Но Марина Влади не была в Париже, она там жила. Правильно. Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном, какие песни пел я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты», но я напрасно пел о полосе нейтральной, ей глубоко плевать,
какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про юки, про того, кто раньше с нею был. Ну что ей до меня, она уже в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть и в общем был не вправе, засел за словари, на совести, на страх. Ну что ей до меня, она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до меня, она уже в Иране, я понял, мне за ней, конечно, не успеть. Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осло. Да я попал в просак, да я попал в беду, кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. В одной известной песне живут своей жизнью два персонажа – Ваня и Зина. Во время просмотра телепередачи они обсуждают свои бытовые проблемы. Слова этой песни разошлись на цитаты. Ты, Зин, на грубость нарываешься, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ну, я, наверное, отвечу, а у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая пьянь, и пьют с утра такую дрянь. Обидно, Вань. Ну что, друзья, возвращаемся в 70-е, в коммунальную квартиру. Вперед, в прошлое! Ой, Вань, смотри, какие клоуны, рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего они размалёваны, и голос как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Ширину такая ж пять. Но нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правду, Вань. Послушай, Зин, не трогай Шурина, какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена, гляди, дождешься у меня. А чем болтать, взяла бы Зин, в антракт сгоняла в магазин. Что, не пойдешь? Ну я один. Подвинься, Зин. Ой, Вань, гляди, какие карлики, джерси одеты, не в шевье. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. Всегда в такую рань, такую дрянь. Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащат из себе, а гадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой-то, Зин, приятель был с завода шин, так тот вообще хлебал бензин. Ты вспомни, Зин. Попугайчики, нет, я ей богу закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргай. Ну что, отстань, всегда отстань, обидно, Вань. Уж ты бы лучше помолчала бы, накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да я же их читал. К тому же эту майку, Зин, тебе напяль, позор один. Тебя шитья пойдет торшин. Где деньги, Зин? Ой, Вань, умру от акробатика. Смотри, как вертится нога. Зин, на грубость нарываешься, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так нарываешься,
куда кувыркаешься? Придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин все время тянет в магазин. А там, друзья, ведь я же Зин, не пью один. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Ну, кто не знает слова этой замечательной песни «Утренняя гимнастика». Но мало кто знает, что написана она была для спектакля «Последний парад». По сценарию моряки возвращаются на берег после длительного плавания, и они решают начать здоровый образ жизни. Они включают динамик, радио, и из него льется голос Высоцкого. В наше время песня актуальна как никогда. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость, духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изнеможения. Повторяем. Раз, два, три, четыре. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4 ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу в гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. Если хилый, сразу в гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется, потными займитесь процедурами. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется, потными займитесь процедурами. Так, мне не нравится, вы сидите, ручки вверх подняли. Двигаемся. Молодцы, продолжаем. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, выигрыши даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если же пока еще гимнастика. Широта души, вольность духа, любовь к свободе нашли отражение в цыганских мотивах творчества Владимира Семеновича Высоцкого. Этих песен, конечно, немного, но все мы их знаем с детства. Фрагмент одной из таких песен включил в свой фильм режиссер Леонид Гайдай. А фильм называется «Иван Васильевич меняет профессию». Check.
хлебешь с похмелья, да эх раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да что ты, да еще раз, или пьешь с похмелья. В кабаках зеленый штор и белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви яки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Эх, раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да что ты, еще раз, все не так, как надо. Я тогда на гору в попыхах, а чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою да мне бы то отрада, да хоть бы что-нибудь еще, все не так, как надо. Да эх раз, да еще раз, да еще много, еще раз, еще много, много раз. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле там васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой, ребята.
Трудно переоценить феноменальную и неслыханную популярность творчества Владимира Семеновича Высоцкого. О многом он не успел сказать и спеть. Но то наследие, которое мы имеем, хватит на многие поколения. И нам всегда будет светить звезда по имени Владимир Высоцкий.